Если ты не артистичен, то есть ты выходишь на сцену, не можешь там, ой, здрасте, там вот так вот, то есть все равно этому уже не научишься. То есть должен быть сразу позитив, чтобы вышли и зарядили всех. Вот лично я думаю, КВН это в крови, то, что вот ты выходишь и просто, ага, можешь поразить вот всех, вот у тебя вот ты такой веселый, у тебя вот прет из себя драйв, и ты вот можешь подать людям то, что они такие, ага, вот они смешные, их можно посмотреть и ждать от них что-то еще в следующем сезоне, на следующем фестивале.